Вот так вот. Авай, меня зовут Александр, это канал Сик и Вадит, это Ас, и мы продолжаем играть в Undying. Поехали. Вот он снег, вот она луна. Приехали мы в монастырь еще в начале прошлой серии, в конце. Батенька, вы будете на меня нападать? Да, вы будете на меня нападать. Но с вами, наверное, я буду справляться пистолетиком. А чего проверял-то, будут нападать или нет? Потому что вспомнилась мне дикая история из моего детства. А суть была в том, что в детстве, ни хрена не знаючи английского языка, начал я играть в Fallout. Во второй, естественно. В первый я не играл. Не настолько я стар. Ну давай, умри уже. На. Вот, умер он, значит. Начал играть во второй Fallout, и мне он так понравился. Такая хорошая игра, просто вот песня. Но, кто играл, кто помнит, там последнее испытание, это нужно было победить в кулачном бою мужичонку одного. Ну и победил. Победил, конечно, без проблем, просто вот... Сучара ты. Но, сдохни. Парь. Все, он умер. Вот. Победил, естественно, я этого мужичонку. И что же дальше? Нас перемещают в село Ароя. Вот как сейчас помню. Перемещают, и что там нужно сделать? Убить всех. Естественно, тот же на меня напал. Я не знал, по каким причинам он меня напал. И с легким сердцем выносим мы, главное, все село. Просто все. Всех гекконов, все, что там живое водится. И после этого подходишь к мосту, а он оборван. Игра заканчивается. И это был просто трагический апокалипсис. Потому что 10 раз я это пробовал делать, и ничего не получалось. Думал, что же за игра такая? Почему же она заканчивается? Оружие, братья! Только потом я понял, что нужно, оказывается, было поговорить. И это всего лишь было испытание. С мужчинкой. Ё-моё. Ты что делаешь? Давай, умри уже. Ощи. Сучара, и это все время я не сохранялся. Кстати, да, любопытная история. Снег идет только над Патриком. Да не готов я представить. Ладно, мы сейчас быстренько вас пайдакаем. Вот, так что английский язык – великая вещь. Ты умер. Это был такой напряг. Только спустя годы узнал, что можно там, оказывается, не мочить всех и поиграть полноценную, классную, длинную игру. Вот. Ну, то, что снег над Патриком, это, конечно, клевая тема вообще. Ай. Ай-яй-яй. Все, он скончался благополучно. Хранимся, конечно. А то сейчас эти братья нас снова завалят. Ну, как минимум Патрика. К оружию, братья! К оружию, братва! Да умри ты! Где там этот? На! Двойную атаку ты не вынес, да? Ну и ладно. Так, не открывается. Не открывается, да? Хорошо, будем обходить дальше. Я что-то слышал. А я тоже. Там браток ходит. И тут ходит. Оу! А ты точно стреляешь, дорогой уважаемый. А я тебя вообще попаду? Чик-чик. Да, против пульки, конечно, арбалет не попрет. Тот умер. Вообще, его там еле-еле видно. Ты ему жопа. Отдайте арбалет постреляйте, ребят. Я хочу фонарик включить, как в зомби, но его нет.
Патрик фонариками не пользуется. Я ты связался с верным слугой Господним. Да, ну давай. В рыльцо последняя пулька тебе угодила. Так. Посмотрите, какой настырный. Ломит и ломит, ломит и ломит, а? Ждет, пока ему кто-то вломит. Братва, да? Я тебя видел, ты на крыше. Оу. Да ну давай, давай. Ага, это был точный выстрел. Да ладно, ты уклонился от пули? Упал. Все. Вот они, пульки. А это пульки к дробовику. А это что это? Что это? Что это? Это аптечка. Надо с такими успехами, у меня скоро пульки закончатся. Надо перейти на это дело. Пушку тибетскую. О, братва! О, да ты уклонит. Тебе хватает одного выстрела. Ну, извини, Патрик, извини. Реально извини, вот просто не хотел. Да умри уже. Да, да, в руки идешь Господа, так что все. Бывает, бывает. Нифигашечки не видно. Но благодаря снегу, конечно, кое-что видно. Кое-что, но немного чего. Навесом я тебя грохну. Ну-ну-ну. Ну, Патрик, попади в него. Это уже даже интересная мини-игра получается такая. Бегает этот монах, а я в него попадаю. Ну давай, иди сюда. Нет? Ну попал же! Ну как так-то? Ну! Ну давай! Во! Еще раз! Вот! Все, все, отлично! Вот и патроны для пистолетика. Ой! Батенька, а вы что тут делаете? Взял? Давай спрыгивай. Спрыгивай, сучонок. Ты посмотри на него, а? Да вы гляньте. Ага. Тут что, еще один, что ли, есть? Я не понял. Или он так быстро перезарядился? Роднуля, ты че? Ага. Вот. Нет, это он попадает. Ладно, ты меня выбесил. Ой. Берем пистолет. В ногу, в ногу, в голову, во, в район головы, во. Да что это такое? Ты вообще какой-то не... пуленепробиваемый монах? Все. До свидания. Что ты будешь делать с ним, а? Так, возьми-ка табуретскую пушку. Ой. А я, блин, посмотрю. Оп. Да ты гонишь. Так же и убиться можно. Ритуальное самоубийство, значит, совершил. Сварганил. На. Она чем дольше заряжается, по-моему, чем дольше заряжается, тем мощнее валит. В руки твои предали. Да-да, да. Переходишь. Войдем здесь? Войдем здесь.
Ладушки. Так, снег, как видите, тоже вот валит, только возле входов. Прикольно, да? Ну, в принципе, чтобы не обременять уже движки, процессоры того времени, видимо, решили сделать так. Нет, давайте сначала снаружи все. А что это ты вытворить пытался? Тебя что, судорога схватила? Коматозник. Где тут наши монашки? Стрельные. Да. Это Диндон. О. Это что надо? Улички. Ну, монахи это не варги, с ними легко. Не открывается и не открывается. Вообще одна из моих любимых локаций в этой игре. Такая заснеженная. В детстве это была самая, но. Ничего себе ты даешь. Да. Не, погодите. Я хочу тут всех зачистить снаружи. Диндон, да. Что нам, больше пистолетные пульки не нужны? Где он там? Постреляем пистолетом в таком разе. Закрыто. Его нет. Ага. Да. Где снег? Вот. Что это было? Снег украли. Я не знаю, что это было. Умри, умри, умри! Умер? Умер. Давай тебе там. Так вот. Да, переходишь в руки. Ты это слышал? А я это слышал. Кто еще слышал? Ты слышали? Ты бежишь сюда, да? Хорошо тебе, прям в чайник. Попало. А еще мне вспомнилась история еще одна из моего детства. Ты это слышал? Да я слышал, слышал. Что ты перебиваешь? А как играл в Soulbringer. Кто играл в эту игру, она, конечно, мощная. Там сюжетище мощный. Не помню, тоже вот где-то вот этих вот годов, около 2000-х начала. А может быть даже и 99-й какой-то там. Не помню, ну, в общем, старенькая она. И по ней видно сразу, что она старенькая. Давайте зайдем сюда. Вот. И это было знакомство с RPG. До этого в RPG я особо-то и не играл. И что такое RPG вообще, в принципе, не знал. И как получилось-то? Играю, играю. Ни хрена не развиваю. А развивать там надо, ой, как надо. Потому что без этого все очень сложно. Да сдохни ты. Вот. И доиграл аж до вампира. Принца вампира или короля вампира, как-то так там. В общем, ну это чтобы не соврать, так где-то большая половина игры или половина, где-то так. Новая запись в дневнике. Детство мое было наполнено разочарованием, потому что игра была сложная, просто капец. Там две записи. Золотой ключ, да? Полагаю, за ними находится нижний уровень катакомб, а возможно и логово Лизбет. Нет, это мы читали. Расписание труда. Вторник. Переписывание. Среда. Переписывание. Четверг. Замена окна церковной башни. Пятница. Переписывание. Суббота. Переписываем. Воскресенье. Отдых. С ума сойти. А что не переписывание? Надо бы все переписывать-то. Каждый божий день. Не открывается. Закрыто. А ну открой. Сейчас откроется, когда я буду... Ребятки. Все, тебе хана. Заперто. Да что не такое? Открывается. Да вы гляньте на них. Заперлись и переписывают. Так. О. Клиент. Да ты как ты услышал-то? Да. Я, по-моему, не сохранился, поэтому будем заново все делать. Давай иди сюда. На.
Понял? Понял? Еще разок. Вот так. Гектоплазмой будем тебя. Храпит, сволочь. Эта тибетская пушка достаточно страшная вещь, когда у тебя 1% жизни. Ты скончался, брат мой. Открывайся, ты чего? Ты не хочешь открываться? Патрик, ну открой этот ящик долбанный. Шкаф. Оу, да. На-на-на-на-на-на-на. Какой он крепкий, вы видели? С ума сдуреть. Так, мы тут не хаживали вот здесь, да? Давайте. Ой! Что ты вытворяешь? Ты умираешь. Хорошо. Ну, чувствую, нет, братья, нет. Это вам не варги. С ними попроще будет. Чутка. Братья-монахи, что читкаем? А, это мы переписываем, да? Ну, переписывайте, дай боже вам здоровья. Страшная катастрофа. Вот помните, мы там читали в предыдущих сериях. Страшная катастрофа случилась с братьями. Но это на самом деле не о косе имелось в виду, а это Патрик пришел и всех монахов убил. Потому что он маньяк. Хотя я не знаю, чего монахи на него нападают, я тоже понять не могу. Кто тут ходит? Кто тут ходит? О, я помню, что-то с этой штукой можно сделать. Вот этим вот текучкой кадров. О, точно, ее можно выключить. Да. А это наружу, да? Нет, наружу нам пока не надо. А это куда? И это тоже наружу. Погоди пока, Патрик, наружу. Вот, мы ее выключаем. И. Так, вода ушла, да? А дальше тут еще должен быть какой-то механизм, что ли? Я не помню точно. Да, ну как-то туда вниз можно попасть. Не открывается. Открывается, блин. Что за сундук у вас здесь? О, точно! Во! Вот, и это теперь внизу открылся проход секрет. Где-то здесь. О. Вот он, вот он, вот он. Здесь пульки серебряные, зажигательные. И магический эликсир, который нам поднял магию еще на десяточку. В принципе, очень даже нужная тема. Так. Это открывается, но это во внутренний двор. Нам во внутренний двор не надо. Я хотел глянуть, что там. Что вот здесь. Здесь. Куда мы отсюда пойдем? И, наверное, стоит будет посмотреть в еще один дымоход заглянуть. Это тоже во внутренний двор? Да, это тоже во внутренний двор. Не, не надо. Возвращайся, Патрик. Нам во внутренний двор не надо. Тут шумит. Кто шумит-то здесь так? Вот сюда глянуть, что здесь. Так. А! Это там, где я того дядьку захреначил. Переписывальную студию, значит. Давай-давай. Ну давай! Вы гляньте, стал там и не пускает, а? Ну давай. Тут еще какой-то глючок. Красивый такой, вы гляньте. Вот что это такое? Да давай, открывай, ты чего, блин? Ну? Патрик, дожимай его.
Сука, ты меня выбесил. Я ему сейчас динамит туда кину. А ну-ка на. Главное себя не убить. Надо чуть побольше открыть. А то очково как-то и сохранится вообще на. На тебе динамитину туда. Сучара. Да? Да почему? Что такое нахрен? Давай, Патрик. Да куда ты бросаешь, Патрик? Это все не туда. Чара. Это все не туда, Патрик. Это все не то. Не, ну ладно, загрузимся. Попробуем найти другой путь туда. По-моему, можно это сделать. Я очень надеюсь, что можно. Потому что что-то мне не прельщает такая... Так, а наверху мы все сделали. Камин где был? Закрыто. Да закрыто, закрыто, Патрик, закрыто. Конечно, закрыто. Ой. Да. Давайте вернемся тогда во внутренний двор. И пошаримся, еще другие дверки поищем. Например, вон ту. А это куда вообще? Это часто мне сюда? Вот эта вот дверца. О, точно, это, по-моему, сюда. Куда я только что ломился. Так. Сука, ты... Сука, ты понимаешь, что ты сука такая? Баррикадировать так двери, а? Это брат стал на защиту интересов церкви, мать твою. Я чуть не прослезился. Патрик, прочти что-нибудь, а? Прочти же чего-нибудь. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, подписывайтесь. Это можно сделать прямо сейчас, нажав на мое изображение, либо же кликнув по кнопочке «Подписаться под видео». Так. Идем, идем. Пульки. Патрик. О! Усиление! Усиление там, это нам, блин, очень надо даже. Хорошо. Что за этой дверью? А нет, нет. Мини-игра у меня здесь была. С мужичком. Там ничего не было такого. Ох, монастырь, очищаем мы от братьев. Что-то здесь подозрительно... Все очень тихо. Меня прям наводят на мысль, что нужно пострелять вот этим дробовичком. Нет, плазма. Экту с плазмой. Вот лестничка. По-моему, здесь будет какой-то суровый враг. Вы представляете, как холодно здесь должно быть? Здесь окон нету, нифига вообще. Все каменное. О! Давай, мочи его. Во, молодец. Так, да, это я уже из Dark Souls вынес этот урок, что нужно... Когда ты залазишь по лестнице, нужно очень быть аккуратным. А то могут жопу порвать только так. Ну и, кстати, зомбя мне тоже в этом подсобили. Так, а этот ключ мы откуда взяли вообще? Середа. Я не прочел и очень жаль. Я это сделал, ну ладно. Будем считать, что здесь все. Хотя чего будем считать? То здесь все. По любасу. Так. Это туда. А это сюда. Давай. Пошаримся здесь еще немного.
И даже не здесь, а выйдем во внутренний двор и пошаримся там. Уже все, да, тут все. Как он на пальце, главное, обрез крутит? Ты просто... Так, какие двери я здесь еще не входил? Вон в те. Если в них вообще можно зайти. И вот это мне так... Вот эти вот штуки. Как туда попасть вообще? Заперто. Заперто. А ключ-то я от чего взял, Патрик? Так, надо включить свет, а то нифига не видно. Не помню, как туда попасть. Вот сюда. И можно ли вообще туда попасть или нет? Не помню. Так, мы здесь все обследовали. Ой. А здесь я не был. Каминыч. Камонычем. О, мы использовали ключ аббата, я нашел это место. Ну кто? Вот кто в монастыре, в аббатстве такие картинки вообще на витражах рисует? Ну как это? Ну как это? Такие витражи стрёмные. Кошмар. А они пробиваются. Чистая сила, а? Ну давайте глянем, что тут нас ждет. Так. А! Нифига, точно я вспомнил. Это смертельная у него доза. Давай двумя тогда. Сразу ед тебе в помощь. Патрик. Оу-оу, валим, 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 валим. Патрик, заряжай. Мы его сейчас будем колбасить. Вот так. Он сам себя убил. Это просто замечательно. Ты сдох. Золотой ключ. Оба-на. Оу-а. А чё это такие крики? Это я? Что это я сделал вообще? Кто это всё придумал? Нифига себе! Кто стреляет? Пойти не отвечу. О! Братцы! Давайте постреляем. Дергается прицел. Я не могу нормально прицелиться. Почему же он такой неплавный-то, а? Делаем жопа. Там еще один есть. Я в него попадаю вообще или нет? Стоит же там. О! Убил. Отлично. Так, давайте по трупу и сюда. По-моему, сюда и надо. Как всегда, Патрик вышел. Снег включился. А здесь что? Ничего себе. Собственно, аккуратно, аккуратно, Патрик, аккуратно. Давай, давай, давай. Во. Ого. Да кто так поднимается по лестнице? Не можешь ли подняться, Патрик? Да не могем, да? Давайте сюда попробуем. Не могем это пробить. Вон туда можно как-то вроде через крышу. Или нет. Так. А я не помню, будут тут варги или нет. Или еще какая-нибудь нечисть. Так. О, камушек, вот он где. Там зеркалка. Вот сюда.
Да? Подымахай, да? Ой! Да как же это? Патрик, запрыгивай, конечно. Возьми. Переглянем, что здесь. Эх, не могёт, Патрик. Не можешь ты, ну ладно. Не можешь ты, ладно. Да. Ух ты, чё это ты? На самый краешек хочешь? Это мне напомнило, как я запрыгивал с того дерева в Dark Souls. Возле храма огня. Но это было мучительнее, чем вот это. Ну что, да? Да незачем. Ну значит сюда. Давай. Возьми-ка, наверное, обратно дробовик. Что ли? Ох, страшно. Так, главное, что Патрик не убил. Я, блин, не готов. Я был не готов. Ты чего это? Я вообще был не готов. Ух ты. Вон она коса, вон она. Да я иду за косой, я иду за косой. Наконец-то она у меня будет. Кто играл в эту игру, знает, зачем я для... Почему я так стремлюсь к этой косе? Ну что ты сделаешь? Аж излишняя жестокость, по-моему, монахов. Просто излишняя. Да, поть. Да как так-то? Ну попадал же в тебя. Не, ну согласен, там мой косяк. Подожди, я это окончал уже. Да-да. Он взял. А что ты не взял-то? Патрик, ты не филонь давай. Подбирай все, что под ногами. Это одна из тех игр, где все подбирается под ногами. О! Нормально. Вот двумя нормально. Закрыто. Закрыто, блин. Закрыто. Давайте так попробуем. Кто это такой сзади у меня зафигачил-то, а? Кто тут такой умный? Ходит. Заперто. О, ты ли чё ли? Да как это? Ну что ты? Что-то в ближнем бою монахи меня одолевают прямо. Давай быстренько, Патрик, мы сейчас с ним разделаемся. Ты что? Иди сюда. Да ну! Вот и все. Меня там услышали уже или нет? Бегут уже по мою душу или не бегут? Вроде нет. Ой. Ой. Во. Хорошо, а где главный-то? Где ваш главарь? Вот и главарь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да умри ты, мужик, ну умри ты. Да ты умер. Это был последний? Так. Тут еще на прощание они устроили какую-то фигню, и надо, по-моему, тут нажать, потому что нельзя косу взять. Патрик не может протянуть руку и взять косу. Вот сволочь такая. Нужно что-то обязательно сделать. Во. Патроны. Ну, давайте возьмем на всякий случай вот эту штуку, потому что там, по-моему, варги сейчас поломят. Как только я ее возьму. Вот она! Момент истины. Нехорошо. Это точно. А откуда вы взялись? Я же вас всех убил. Ты горишь?
Да не пудлин, не мозги. А, не, правда горит, да. Вот так вот. Патрик, а ты тоже что стоишь-то, а? Ныряй. А я не мог, главное, разбить то дело. Нырнул, значит, Патрик, и... Я оказался в нашем времени. Павшая на меня тварь, тем лучше эта коса с ней справится. Временами мне кажется, что она сама тянет меня в бой, словно изголодавшийся по чужой боли и крови. Она может излечивать мои раны прямо в пылу сражения, при этом высасывая из меня магическую энергию. Я думал, что научился ничего не бояться в этой жизни, но в кельтской косе есть что-то, внушающее необъяснимый ужас. Не знаю, а мне она внушает просто вот, просто бальзам на душу внушает. По-моему, во. Так она забирает это самое. Магию пьет, но восстанавливает жизнь при ударе. И удачном попадении. Попадании. И сейчас мы это выясним. Где тут был хоть один варк? Дайте мне его сюда попробовать. Почувствовать опять этот вкус. Нашла коса на камень. Кто-то для меня специально выломал здесь камни. Какие же вы молодцы. Главное, чтобы я запрыгнул на него. Вот. Появилось здесь что-нибудь? Нет? Ладно. А что, собственно, орать-то? Ну и учитывая, что я взял золотой ключ, мне нужно вниз, да? Я не помню, из демонов можно высосать кровь или нет? Из демонов, из трупов. Тик-тик-тик-тик. Сюда. Дайте мне какого-нибудь варга. Дайте мне варга какого-нибудь. Ох ты ж боже. Ох-ох-ох. Ладно. Надо вас видеть, суки. О! Из крысятина я тоже могу. Во! Понеслась! Вот так. Вот так вот. 13. Не вовремя я выключил, конечно, ее. Нихера же не видно. Так. А здесь, по-моему, засада. Из зоосада. Фига не видно. Да как это? Да ты чё? Перестань. Пусти же, там... Я же вижу, там что-то... Во! Я ж помню. Что-то такое. Крысятина меня сейчас будет мочить, да? Ну ничего, мы сейчас с ней разберемся. А то, что вот дверька закрылась, вот это... Не, нормально. Давай. Вот так, двоих сразу. И напитались их жизненной энергией. Открывай давай. Так. Я говорю, открывай. Вот. Печечка какая лихая. Все, теперь можешь закрывать. Да-да-да. И сейчас здесь будут варги. Вот явно. Вот 100% просто. Где вы, где вы, где вы? А, вон там. Я уже видел, он прыгнул. Вот так! Отлично. Двоих одним ударчиком. А вот то, что мы сейчас делаем, это не очень здорово. Потому что... На! Не, не получилось. Ну, давай. Во. Вот так. И вот такие вот ровненькие кусочки остаются от варгов. Как это ты смог? Нифига себе.
Так, надо сохраниться. Иди сюда. Ага. Вот и все. Так, отлично. Уже набили половину жизни, даже больше. Здорово. И сразу он снимает косу, как только заканчивается магия. Отлично. Ну, на этом будем завершать серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте про полезные ссылки в описании видео. И всего доброго!